18 октября в эколого-биологическом центре Хасавюрта состоялось мероприятие ко дню урожая. Эколого-биологический центр на ежегодной основе проводит смотр достижений юных экологов за прошедший учебный год. Итоги подводятся на ежегодном традиционном празднике урожая в октябре. Директор эколого-биологического центра Олимпаша Амаров отметил, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Это именно то время, когда стоит обратить внимание на экологическое состояние нашей страны. В сентябре уже начинается субботний день. И вы занимаетесь очисткой, благоустройством не только своей территории школы, но и прилегающей территории. Большое вам за это спасибо, потому что если бы не ваше участие, не участие всех школьников и педагогических коллективов наших учреждений образования, невозможно было бы поддерживать экологическое состояние в такой, которой оно есть. К этому празднику кружковцы и их руководители готовятся особенно тщательно. Завершаются работы на учебно-опытных участках. Экологами каждого объединения были подготовлены яркие и красочные стенгазеты, в которых отразили осеннюю тематику, работу объединения и его успехи. В качестве гостя на мероприятии также присутствовал заместитель начальника управления образования города Марат Даибов, который, в свою очередь, тоже отметил о важности на сегодняшний день чистой экологической природы. Спасибо вам огромное за ту работу, которую вы проводите. В первую очередь учителей благодарю, во вторую очередь я благодарю детей за то, что вы активно участвуете во всех мероприятиях. То, что хотелось бы мне сказать, главное подчеркнуть всю ту работу, которую сегодня проводит эколого-биологический центр в городе, особенно в общеобразовательных учреждениях. Сегодня эколого-биологический центр является одним из лучших центров республики. Участниками мероприятия были подготовлены танцы, песни и многое другое. Организаторы встречи поблагодарили всех тех, кто принимал активное участие в жизни эколого-биологического центра. Наиболее активные были награждены грамотами. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».